Ну, в общем, мы приехали здесь на Байкал, в Ангару. Вот здесь вот шаман Камень увидели. Дима сказал, что Байкал меня принимает, потому что шаман Камень не всем показывается, оказывается. Так что нормально, с Байкалом мы уже подружились. Ну и хочу передать привет всем нашим партнерам, клиентам, инвесторам. Хотим поздравить с наступающим Новым годом, чтобы в новом 2016 году, дорогие друзья, были самые-самые лучшие у вас результаты, самые лучшие ощущения. То есть ощущение комфорта, счастья, успеха, процветания. И почему вот не зря мы тут стоим, вот Ангара, Байкал. Я хочу сказать, что в ближайшие 10-15 лет территория, вот где Байкал, Алтай, Сибирь, это будет центр экономического развития мира вообще-то. Поэтому, дорогие друзья, хочу, чтобы в 2016 году мы завершили наши планы, наши цели. Это профинансировать полностью экотехнопарк и начали уже делать адресные проекты. Я хочу сказать, что мы отметили с Димой такой адресный проект. Мы здесь сможем уже сделать в 2016 году и инициировать с доходностью примерно около 80-120% годового дохода. Очень превосходная доходность, не считая того, какие еще инфраструктурные могут быть параллельные вот доходы. Дим, ну и ты нашим всем партнерам, инвесторам, нашим клиентам, нашим... Присоединяюсь к Андрею. Сегодня утром было почти минус 30. Днем немножко потеплело, сейчас у нас минус 20 градусов, Байкал еще не замерз, Ангара тоже, что радует. Действительно, погода очень классная, очень редко можно в такой мороз увидеть шаман Камень, потому что тут все покрыто туманом. Ну, поздравлением я могу пожелать гармонии, Андрей это не упомянул, и дерзновения, чтобы вы рассказывали в 10 раз больше, чтобы вы сделали Skyway целью своей жизни, чтобы этот проект реализовался. С наступающим! С наступающим, дорогие друзья! Приветствую, дорогие друзья! Сегодня, в этот день, в канун Нового года, я хочу вам пожелать процветания, любви, радости и счастья. Много-много любви, чтобы она наполняла ваши сердца и изливалась из ваших сердец во внешний мир. Я желаю всем тем партнерам, сотрудникам, инвесторам компании Skyway Invest Group процветания и богатства. Богатство прежде всего сердечного, осознанности и мудрости в ваших поступках и действиях. Давайте сделаем все, что от нас зависит с вами, и даже больше, для того, чтобы небесные дороги уже в 2016 году начали строиться по всему миру. Это зависит от нас с вами. Будьте решительными, действуйте решительно, осознанно и никогда не забывайте самую главную истину. Осознанность формируется в действии, а ваши действия определяют то, к чему мы в итоге приходим. Цвета любви вам в новом 2016 году. Еще услышимся, увидимся, поговорим. Пока-пока. Здравствуйте, друзья. В детстве мне говорили, что нужно писать записки Дедушку Морозу. Когда я вырос, я осознал, что Деда Мороза нету, и это всего сказки. Но кануна этого Нового года я осознал одну истину. Ребята, Дед Мороз есть. И это Анатолий Эдуардович Юницкий. А в следующем году мы и подарки получим. Поэтому Happy New Year! Друзья, поздравляю вас с наступающим 2016 годом. Пусть все хорошее, что произошло в уходящем году, умножится и будет с вами в 2016. Пусть все ваши мечты сбываются. Давайте в 2016 построим Skyway и спасем эту планету. С Новым годом! Приветствую всех участников проекта Skyway. Я бы хотел вас поздравить с наступающим 2016 годом, годом красной обезьяны. Уходящий год принес нам много положительных моментов. В первую очередь, такой серьезный шаг – это начало строительства экотехнопарка в Беларуси и открытие нулевого километра.
Я бы хотел вас всех поздравить и поблагодарить за то, что вы делаете, друзья. В наступающем году, в первую очередь, хочу вам пожелать, чтобы вы хорошо отпраздновали этот год. Крепкого вам здоровья, счастья, финансового благополучия. И помните, что очень многое зависит от наших мыслей в нашей голове. С Новым годом, друзья! Друзья, поздравляю всех с новым наступающим 2016 годом. Желаю всем нам, чтобы этот год был годом взлетов, годом большого взлета для всех, для нас, годом больших успехов, достижений, чтобы в этом году осуществились все наши мечты, все наши чаяния, чтобы все наши старания воплотились в жизнь, чтобы наша цель с вами была достигнута. Желаю, чтобы в этом году количество настолько прибывало, чтобы наших сторонников становилось все больше и больше, чтобы к нам присоединялись активные люди, присоединялась молодежь, чтобы 2016 год был годом осуществления нашей мечты. Всем здоровья, всем счастья, любви, чаще находиться с близкими, больше находить времени для родителей, для детей, и чтобы в этом году, и чтобы 2016 год был самым запоминающимся годом для нас с вами. С Новым годом! Дорогие друзья, партнеры, сторонники проекта SkyWay, поздравляю вас, ваших родных и близких, с новым 2016 годом. Пусть каждый день, каждый миг приносит вам радость и открывает прелести бытия. Мы всем желаем, чтобы жизнь ваша сверкала, чтобы любовь, верные друзья и удача всегда были рядом с вами каждый день, чтобы ваши надежды и мечты обязательно исполнялись. С Новым годом, самым лучшим, волшебным, незабываемым праздником в жизни каждого из нас. Удачи вам всем! Мне сейчас хочется от души поздравить всех вас с этим прекрасным наступающим Новым годом. Мы сделали столько много, что просто радость приносит в наши души. И хочется продолжать еще больше расти и развиваться, и добиться самой главной цели нашей – это реализация экотехнопарка. Я желаю всем здоровья, счастья, любви вашим семьям, вашим детям, вашим внукам. Дай Бог, чтобы у нас все реализовалось, как мы об этом мечтаем. Мечтайте, друзья, с Новым годом! Ура!